Я не могу! Милана волнуется со вчерашнего дня. Давайте заедем, купим целую пачку зубной пасты, чтобы я там на королевскую ночь буду скучать по своему котику. Всем приветики, пистолетики. Милана, ну-ка, поделись эмоцией. Всем привет, я просто не знаю, что делать. Мама, всех люблю. Милана так нервничает, так переживает. Некуда бежать? Все на самом деле неплохо. Мы едем не в больницу и даже не ставить две прививки. Да ведь, Милан? Как это часто бывает. Я никогда не был в лагере. Когда я был маленький в детстве, мне не удалось, к сожалению, побывать в лагере. Если вдруг кто-то был в лагере, напишите свои чувства, как эмоции. Понравилось вам или нет. Ну а мы уже гоним прямо сейчас. Ребята, я не могу! Милана волнуется со вчерашнего дня. Да, заходите в мои инстаграм и телеграм, там я буду все выкладывать подробно, что мы будем там делать. Я, короче, хочу над вожатыми сделать какой-нибудь пранк, если они адекватные будут. Так что это я выложу в инстаграм и телеграм. Милана говорит, давайте заедем, купим целую пачку новую зубной пасты, чтобы я там на королевскую ночь. Короче, ожидания очень много. Сейчас приедем, посмотрим, что за лагерь, и вам покажем. Потому что мы его выбирали, он классный, и по нашим ожиданиям должен еще не только развлечения Милане принести, еще и в голову заложить. Для Миланы и первого раза ее в лагере мы выбрали премиальный детский лагерь «Спортзания». Это сборы с носителями английского языка. Что интересно, здесь есть сюжетные программы разных тематик и направлений, чтобы раскрыть навыки ребенка и сделать его каникулы захватывающими, яркими и полезными. То есть и развлекается ребенок, и учится. А мы еще не приехали, мы просто ехали и решили, что хотим перекусить. Давай, Дима пробует, пока нам кофе готовят. А это не скейт, это как-то по-другому называется. У нас дома есть большой, я на нем хорошо. Это не скейт, я говорю, это как-то иначе. Это не скейт, это пенниборд. Да, это пенниборд. А мы вот тут вот кофе берем и едем. Как-то вышло не так. Как вы думаете, что я пью? Вау, вот этот цвет. Вот этот цвет вам нравится вообще? Вкусно? Что это такое? Мне нравится. Мне нравится. Самое главное, что эта штука у меня на... Блин, каком молоке? Не на миндальном? Фундук. А... Фундук, на фундучном, да. А это вот мое. Алло, не надо открывать. Это Сникерс? Да, нет, я обычная взяла латте. Пухнет вкусно. Пухнет вкусно. Я взяла вот такое себе майозина. А Милана вот взяла вот такое майозина. Мам, он протекает. Протекает немножко. Смотри, вот свалишься, без мороженого чай, останешься. Нет, и без ноги. Все, спасибо. Мы на месте, мы приехали. Тут вот такая вот природная красота. Красота-то какая, лепота. Девчонки уже встретились, счастливые, довольные. Сейчас оформимся. Мы гуляем по территории, знакомимся, смотрим, что тут есть. Какой лент красивый. Девочки, только пальцы не суем, ладно? Нет, пальцы не суем. И тут же Милана сует палец. На мой палец, на поешь, да, Милан? Даша такая, кто здесь высокая? Да, я тоже такая, думаю, интересно. Вы одного роста. Ладно, это не так важно. Милан, что, чуть не перевернулась? Так делают только самые крутые? Только головой вниз, не надо падать. А сначала сделала, потом головой подумала. И видите, по ее выражению лица это видно. Это, короче, лайфхак, как делать не надо. Так вот, не надо. Даша, осторожней, еще одна. Мы уже за
зашли в наш номер, точнее, в номер, где будут жить девчонки. Тут 4 человека. Кстати, Милана сразу хотела, чтобы было 4 человека, потому что так намного веселее, и я этот момент поддерживаю. Тройка. Девчонки что-то уже мудрят здесь, по-своему хотят сделать. Подождите, надо эту перестройку сначала. Вы хоть общаться успеваете? Да. Через телефоны? Короче, мы тут уже собираемся. Сейчас сюда, в этот зал, соберут всех деток. Чуть-чуть не готовы, конечно же, совсем скоро смогут окунуться в настоящий ресторанный бизнес. Вы будете поделены на 4 ресторана, которые пройдут путь от нуля и до самого пика, от самого начала создания ресторанного бизнеса и до процветания всей империи, которую вы сами построили. А вот как было на самом деле. Я говорю, я буду скучать по своему котику. Ты будешь скучать по папе? А? Не, не будет. Не надо скучать. Итак, встречаемся. Все, беги. Давай, беги. Ребенка сдали? Сейчас едем домой. Ребята, сдали. Ребята! Ну что, дорогая моя, я предлагаю нам куда-нибудь махнуть, пока детей нет. Например... Махнешь с тобой куда-нибудь. С этим колобком разве куда-то уедешь? Нас еще младший дома ждет. Тю-тю-тю-тюня! Думаю, сладкий. Ну ты хорошая. Заехали в магазин, тут собачку увидели, прикольно. В машине собака сидит, охраняет. Вот, молодец. Да. А мы купили себе ужин. Угу. Поедем сейчас к младшему.